призрак судного дня. Сковывая мысли, вселяет страх в меня. Я не могу услышать веселый смех детей. Начало страшной эры, угроза наших дней. И так день за днем, мой век горит огнем. Так день за днем, мой век горит огнем. Так день за днем, мой век горит огнем. Так день за днем, день за днем. Глобальные угрозы, в них вопросы. Политики теряют здравый смысл. Вы это видите, агония достигла глубин подсознания, оставляя за нами выбор наказания. Инструмент интеллекта в одно мгновение изменит направление на уничтожение. Фактор разрушения заложен кинетический код. Еще немного времени, он сделает свой ход. В искусстве балансировать на краю обрыва должна быть предусмотрена вероятность срыва. Все под контролем, убеждают высокие чины. Их работа, здесь нет их вины. Ядерный запас, точнее его тротиловый эквивалент на политической сцене. Первый аргумент, черта, за которой нет возврата, пересечена. Покайтесь перед смертью. Жизнь обречена. Закрой глаза, ты слышишь это? Протяжный стон, но без ответа. Планета без лета, без жизни, без света. Я сделал это. Призрак судного дня. Сковывая мысли, вселяет страх в меня. Я не могу услышать веселый смех детей. Начало страшной эры, угроза наших дней. И так день за днем, мой век горит огнем. Так день за днем, мой век горит огнем. Так день за днем, мой век горит огнем. Так день за днем, день за днем. Опасное время, неподходящее место. Землю падает семя, его ждет мрачное детство в страшных бедствиях, в суровых испытаниях на прочность. Вследствие в помыслах исчезает непорочность. Желание противоречит идеалам. Равновесие не нарушается за малым. Головы работают в обратном направлении. Стихийные силы выходят из повиновения. Быть может, уже установлены сети, в которые люди войдут при смене двух тысячелетий. Никто не в ответе, никто не замечал знамений. Напрасны труды по воспроизводству поколений. Призрак ядерных зарядов, химических патронов несет опасность для невинных миллионов. Приходит время переселяться в катакомбы, ведь недаром были созданы атомные бомбы. Мне нападать проще, чем защищать. Я не способен отдавать прежде, чем отобрать. Так устроен мозг человека, это сложно поменять. И совсем невозможно повернуть что-либо вспять. Это не зависит ни от кого вокруг, только избранные могут избавлять от мук. Но если в тебе яд, а лекарство неизвестно, знай, ты рожден в опасное время, в неподходящем месте. Наступая ногой на тонкий лед, здесь любая остановка — трагический исход. Верный принцип выживания разжигает поиск новых знаний, навыков, занятных испытаний. Прогнозы дают отсос на все вопросы, хотя по сути не несут прямой угрозы. Век скандалов имел немало судьбоносных войн, оставив жало, доказав, что это лишь начало. Каков же путь для человека, что ожидает род людской? Эти два вопроса тревожат разум мой. Зловещие диагнозы поставлены мудрецами, пророками земли с магическими дарами. Высоким идеалом человеческой морали подвержен ряд людей, которые осознали всю гармонию и суть великих идей, закладывая потомство, все это с первых дней. Но конфликты зарождались еще в жизненных корнях, в последствиях которых появлялся страх от угроз и поражений, грабежей или вторжений. Преступления свершались без чувств и сожалений. И так день за днем, мой век горит огнем. Я не могу представить, что будет потом, кого и где подстерегает свой смерти час. Ступени истины не переступил никто еще ни разу. Стихийные беды, вирусы чумы, безжалостные войны, угроза ядерной зимы. Подобно логике природы произойдет круговорот. В истории планеты начнется новый отсчет. Закрой глаза, ты слышишь это? Протяжный стон, но без ответа. Планета без лета, без жизни, без света. Веселый смех детей, начало страшной эры, угроза нашей.
так день за днем, мы векарим так днем, так день за днем, мы векарим так днем, так день за днем, мы векарим так днем, так день за днем, день за днем.